Ежегодно на автодорогах увеличивается интенсивность движения транспортных средств. Это требует от водителей четкого выполнения возложенных на них правилами дорожного движения обязанностей и дисциплин. Известно, что водитель, находящийся за рулем в состоянии опьянения, представляет реальную опасность для других участников дорожного движения. 12 октября сотрудники госавтоинспекции совместно с ротой ДПС номер 3 провели операцию «Нетрезвый водитель» на территории Кашхабльского района. В ходе операции не было выявлено лиц, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По другим нарушениям было составлено 6 протоколов. Подобные мероприятия сотрудники ДПС будут проводить и в дальнейшем.